Добрый день, с вами канал Малорама. Анонс 75-й серии сериала «Зимородок». Неожиданная встреча на свадьбе Абедина и Суны заставляет вновь вспыхнуть чувства между Феритом и Сейран. Пока Сейран пытается изображать девушку, что светится от счастья с другим, Фериту нелегко с этим смириться. Синан, воспринимающий появление Ферита как угрозу, начинает проявлять агрессию в отношениях с Сейран. Случайная на первый взгляд встреча еще больше усиливает напряжение между ними. Пытаясь предотвратить раскрытие большого секрета касаемо Абедина, Суна опускается в опасность. Приключение. Ферит, оживляющий фамилию и репутацию Карханов своими рисунками, оказывается на грани кризиса после недавних событий, связанных с Сейран. В то время как это событие ставит Карханов в сложную ситуацию, помощь появляется, откуда не ждали. Мать Синана обрушивается, как гром среди ясного неба, и решает высказать свои опасения касаемо того, что Сейран не ровнее ее сыну. Синан и Сейран оказываются на пороге принятия важного решения. Но кто-то со стороны, кто не входит в эти планы, делает ход, который удивляет всех. Что же будет дальше, мы узнаем сегодня. 75-й серии сериала «Зимородок», которая выйдет 20 сентября в 20:00 на телеканале Star TV. На этом на все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!